Конечно, меня беспокоит наше поколение следующее, чтобы они были здоровыми, счастливыми, не повторяли наших ошибок и так далее. Что такое Homo Futurus? Есть Homo sapiens, это человек разумный. Homo Futurus, ну, я много думал о том, каким человек будет через 1000 лет там и так далее, ну, если не иметь в виду смартфоны, ракеты и прочее, по сущности. Оказалось вот в моих размышлениях, что человек будущего будет таким же, как и мы, только будет лучше управлять своим состоянием. То есть он сможет у себя вызывать вдохновение, когда ему нужно, снимать лишнее напряжение, когда ему нужно, отключать свои таланты, когда ему нужно. И много чего делать, то, что он обычно делает неосознанно, сможет сознательно управлять своими состояниями. Этих состояний несколько. Я должен сначала вот молодым сказать, когда они бегут там заниматься личностным ростом, там развивать все необыкновенные возможности, включать потенциал и так далее. Это возможно, только надо отличить мифы, фокусы от реальной информации. Вот эти бутылочные стекла, по которым бегают, там они режутся угли там, или нож тыкают на живот лежащего человека, и нож отпрыгивает. Это все фокусы. Я это много раз показывал, могу любого человека научить, за 5 минут, как видеть без помощи глаз, с закрытыми глазами, через тугую, черную там шарфик или повязку, за 5 минут научу, вы будете душой вечера в любом доме. Надо отличать эти вещи. Я вам кое-какие вещи на вебинаре нашем расскажу для развития изобретательского мышления, потому что есть такое состояние, творческое, особенное состояние, когда к решаемой вашей задаче подключается весь опыт ваших предшествующих поколений. Это потрясающая вещь. Ну и главное, чтобы найти, так сказать, свои таланты, потому что Аркадий Райкин сказал, по-моему, так, дурак – это человек, который просто неправильно задействован, не своим делом занимается. Ну, а Эйнштейн что говорил? Если мерить эффективность человека, если вообще мерить эффективность рыбы, например, потому как она лазит по деревьям, то никакой эффективности у нее нету. Поэтому я вас буду учить некоторым принципам и правилам, по которым я сам живу, не которые где-то переписал, так, ах, вон там кто-то говорил. Нет, лично я, имея то, что я имею сейчас, пережив столько проблем, сколько я пережил, имея те возможности, которые у меня есть, и как говорит, там это самое Жанна д'Арк говорила, кто любит меня, за мной, на вебинар. Ну.